продолжению боя готовится представитель Оренбургской области Алексей Зобин. Боксом занимается 10 лет, мастер спорта, победитель первенства России 2016-2018 годов. Тренируется под руководством Скомцева и Айсена. На нашем соревновании присутствует многократный чемпион России, чемпион Европы, мира, бронзовый призер Олимпийских игр Алексей Лёзин, город Попов.
А в данный вечер победу одержал почетный синий уклад Алексей Солнышко.